мы поедем на это озеро просто без вариантов. Нет, понятно, но я хочу вот туда в поход. А в горы, где ледники? Горам. Где ледники? Типа озеро и дальше там ледники. А там будешь голый фоткаться? А, блядь, я же могу теперь говорить, я буду. И я буду. А ты сможешь жопой снег собирать? Хуя война. Не знаю. Это... Некоторые люди приехали отдыхать еще на похуже тачка. Это просто... Да. У фордов здесь такая тема. Это дизель. Хотя нет. Везде написано... О, Делика. Везде написано. Машины. Правило 3F. Иди нахуй. Я не говорю, иди нахуй, а потом, блядь, давай их смотреть в капот нахуй на 35 градусов жары. Интересно, что это с ней было? Правило 3F это хуйня полная. Правда. Нельзя покупать Ford, Fiat и никаких французов. Вот и все. Что у нее случилось с французом одним? Блять, вот на самом деле все говорят, а на самом деле, а въебал-то мотор, а мотор-то там не французский, а BMW. А чья машина-то? А вот у меня Nissan, и его хоть ебни. Да ты уже отъебал свой целиком. Я его отъебал целиком. Я фотку посмотрел. Я фотку посмотрел. Нет, посмотри на зарядку. Мамай, за 2 месяца наездил 10 тысяч. Или за 1.5 месяца. Это ошибочная фотка могла быть. Потому что я не мог проездить, блядь, за 2 месяца столько, а потом столько. Всю зиму ездил на работу и обратно. Там, короче, надо будет... Мы же поедем в море, да, искать её? Да. Надо будет съехать. И? Ёпты, блядь! Бля, горит, отъезжай, отъезжай, мамай, горит тачка. Отъезжай, отъезжай, вытаскиваем людей. Все, тормози. Пошли. Вещи, сидите в машине. Сейчас отъедут. Пиздец, ебаные абхазы, блин. Говорит, включай. Посмотри, что у нас машина. Господи, ей просто подушка безопасности в рот ебанула. Да, рад бы ты ее убили. Сильно? Сильно? Ой, блядь. Сильно? Ну, бампера нет, мы доедем, конечно. Бампера нет? Ебать! Чё? Второй сейчас загорится. Блять, он еще горят. Пиздец. Чё? Готовлюсь отсидеть.
вообще не понимаю, что произошло, честно говоря. Просто чувак их вырезал, а они, решили, видимо, на нас улыбаться, ну, уходя от аварии. Пиздец, первый день во Фразе. 15 минут, мне называется. Пиздец, выпадает баба из окон, начинает орать, блин, что-то горит, переворачивается. Произошло все, что могло произойти. Я говорила, возьмите огнетушитель. Блять, мужик сейчас просто, у него тачка сгорит нахуй. Да. Я боюсь, что она загорится, а из того что-то вытекло. Поэтому я и предлагаю как бы. Сейчас еще и движок поломать. Он еще раньше загорится, походу. Огнетушитель никого нет. Блин, да хуя всех. Вон там горит уже, смотри. Да, у него там что-то вытекло, да? И все, блин, встали, охуенно, блин, сейчас все взорвутся. Ну, да сколько вы полезли, горячие машины? Медведь ебаный. Пипец, там горит, прям вообще нормально горит, он сейчас реально ёбнется. Они вон убегают от машины. И пожарных надо ли помочь? Пожарные тоже пришли. Может, не помнить, не хуёво отправить. Да, да, давай. Тоже. А это вон там наш бампер отлетел? Мы же как раз вон там стояли. Может быть. Да, наш кусок, нас пизда радиатор. Да ладно. Да. Где попался? Кабинет рядом стоял.